вечер, уважаемые господа журналисты. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. На ваши вопросы готов ответить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Вячеславович Пывин. Несколько слов об игре, наверное. Пожалуйста. Ну, первый тайм нам не очень заладился, и пропустили быстрый гол. Вот. И контроль мяча, и смена направления атаки не так, как хотелось бы видеть. Много не получалось, а во втором тайме ребята добавили. Молодцы. Руки не опустили, честь им и хвала. Услышали слова тренерского штаба, что каждая игра может спастись. И нужно выходить и ответственно подходить ко второму тайму, переламывать ход встречи, что они и сделали. Будет ли у кого-то вопрос? По самоотдаче, по настрою к ребятам проблем нет, а ошибки они есть, наверное, будут. Хотелось бы, чтобы мы их исправляли. Будут ли вопросы? Если вопросов нет, большое спасибо сейчас. Спасибо вам.